Любопытно, насколько долго продлится сотрудничество волейбольного «Зенита» и Томаса Самилевого? Финский специалист сделал Кузбасс чемпионом России за 3 года. Но в Санкт-Петербурге стартовые аппетиты, конечно, повыше. В прошлом сезоне было 3-е место, а сейчас амбиции наверняка чемпионские. Я думаю, есть большой проект, есть огромная возможность, большая традиция волейбола и... Что-то новое тоже начинать. Конечно, это всегда приятно. Отличные 3 года в Кемерово, но сейчас в «Зените» я постараюсь все дать, что я могу дать, чтобы мы могли расти и получать хороший результат. Надо поставить приоритеты, потому что время, когда есть так мало, как сейчас, поставить приоритеты, на чем мы работаем сегодня, на что мы работаем завтра. И какие у нас в первую очередь самые важные волейбольные задачи, какие у нас могут быть. Как командный дух, доверие, характер. Я думаю, разные работы, сборные, клуб. В клубе можем сказать, что тренер больше тренер. В сборной может быть больше селекционер, можем так, кто выбирает. И там, конечно, там есть тоже время работать, но это немножко... В клубе такие технические смены у игроков легче сделать, потому что есть больше тренировки. Очень важно, что есть отличные помощники. Никто сам ничего не может сделать, вот поэтому нужен хорошие люди вокруг, которые помогут, и с кем поделять мысли, идеи, и тогда это не так сложно.